Преступную группу, которая специализировалась на нелегальной миграции, разоблачили сотрудники Северного регионального подразделения пограничной полиции. Одного из предполагаемых членов группы, который якобы помог двум гражданам Украины незаконно попасть в нашу страну, задержали в погранзоне. В ходе патрулирования границы пограничники заметили и остановили подозрительное транспортное средство, за рулем которого был 27-летний житель города Липкань. Стражи порядка также обнаружили двух граждан Украины, незаконно перешедших границу. Согласно предварительным результатам расследования, задачей мужчины было забирать иностранцев и временно размещать их на территории нашей страны. За эти услуги один из украинских граждан якобы заплатил 8 тысяч долларов. По ходатайству прокуратуры района Бричень суд поместил обвиняемого под предварительный арест на 30 дней.